Премьера состоялась в Риме в 1707 году. А через 50 лет вторая редакция была исполнена этой ораторией на английском языке в Лондоне. Автор итальянского текста – кардинал Бенедетто Панфили. Красота обращается к удовольствию. О, удовольствие! Ты столько лет со мной, но посмотри в зеркало, там истина. Покинь меня, чтобы я не слышала о тебе больше ничего, чтобы не помнила ни тебя, ни твоего имени. Удовольствие в ответ. Избегай мучений, наслаждайся красотой. Поиск собственных страданий напрасен. Судьба приведет старость неожиданно. Солистка Наталья Павлова.